Здравствуйте, уважаемые зрители! 2021 год стал настоящим звездопадом для российских артистов. Практически каждый день приходят печальные новости о смерти известных людей. С начала этого года мы потеряли множество певцов, музыкантов, артистов, составлявших золотой фонд российского искусства. По непонятным причинам обстоятельства многих смертей не раскрываются, а по телевидению эта печальная череда ухода представителей искусства никаким образом не освещается. О таких событиях люди в основном узнают из интернета с опозданием. Сегодня пришла печальная новость. Ушел из жизни выдающийся актер, творческий путь которого оставил яркий след в современном искусстве. Настоящий патриот, преданный национальной культуре своей страны. Его многочисленные образы на сцене и в кино снискали всенародную любовь зрителей. Светлая память об этом замечательном человеке всегда будет жить в наших сердцах. Он сыграл множество главных ролей в театре, но в кино ему, к сожалению, доставались только второстепенные роли. Последнее время актер снимался больше в сериалах. Его колоритный образ всегда запоминался зрителям. Многие его поклонники считают, что он был сильно недооценен режиссерами. Если вы хотите почтить память актера, поставьте лайк и напишите слова соболезнования в комментариях. Ему было бы приятно знать, что его помнят и любят. В Новосибирске на 54-м году жизни скончался актер Владимир Казанцев. Об этом стало известно из его страниц в социальных сетях. Владимир Казанцев 2 недели боролся с коронавирусом, но не справился.